Всем привет, ребята, это снова вы, это снова я. Сегодня я иду проверять ловушки. У меня форточка. Ну, небольшая появилась. Прошло около 3 недель, как я установил ловушки. Сейчас прошла 1 неделя июня. Ловушки я установил числа где-то с 10 по 25 мая. Вот взял с собой помощника, без него никак. Потому что есть места, где очень высоко повесил на деревья. И не знаю, увижу я так, если я буду смотреть без бинокля. Бывает там что-то суетится, то ли оса. Могут комары летать, мошки всякие. Кажется издалека, что это пчела. Залезаешь на такое дерево, бывает неудобное. И потом, как говорится, материшься. Ну, а так посмотрел, и все. Вот, и решаешь вопросы. Комар в глаз попал. Ой. Вот такие вот дела. Сейчас пойдем его поближе. Подойду, посмотрю, потом и вам покажу. Итак, не переключайтесь. Ну вот, ребята, первая ловушка, как я вам говорил, видите? Комарья. Пипец, как много вообще, уйма. Летает, жужжит. Ничего не видно толком. Надо смотреть в бинокль. Но так, с первого взгляда, вроде лёта нету пчелы. Предварительно вот так вижу. Ну, ловушку, ребята, проверил. Там пока зеро. Ну, еще как бы сказать, не то что рано. Но можно еще подождать, в принципе. Перваки обычно вот в этот период вылетают. Вот. Хорошие раи, которые могут сработать на медосбор. Ну вот пока еще в первой ловушке не было ничего. Может, что-то нам улыбнется в других. Сегодня проверю небольшое количество, потому что практически в одном месте я повесил ловушки. 5-10 километров в радиусе. Можно их поглядеть. Вот. Остальные потом буду уже смотреть. Вот такие вот дела. Ладно, надо тут обходить. Тут кусты. С камерой неудобно. Потом уже непосредственно возле дерева я вам все покажу. Колода моя из ДВП. Но лёта не видно, ребята. Даже вот просветы есть. Видно, что с лётка никто не вылетает. Ребята, пока настраивал бинокль, вроде разведка прилетела. Сейчас я попробую вам показать. Не знаю, увижу, получится у меня. Во, ребята, смотрите, не знаю, видно? Вроде разведка. Вот разведка летает. Я думал, там ничего нет, не пчелки прилетели. Так что может залететь рой. Через неделю проверим. Если вам видно, не знаю. Буду монтажировать, тогда сам узнаю. Ну, вот так пчелки летают. Вот вроде сфокусировал. Смотрите, разведчики летают. Видите, пчелы? Так что может сюда залететь рой. Будем ждать. Сегодня можно с вами даже немного поговорить. Вы меня сможете побольше послушать. Вот. Потому что пока я иду проверять ловушки, я могу и немножко поговорить. Вчера прошла гроза, недавно ездил на областной турслёт, очень понравилось мне. Классная у нас была команда, интересные были некоторые виды соревнований. Ну и вообще отдохнул, как говорится, душой и телом, в здоровом теле здоровый дух. Вот. Уже открыл плавательный сезон тоже в купальне. Вот. Сейчас у меня выходной, и я проверяю
ловушечки. Что хотела сказать, радует меня уже вторая ловушка, что там уже пошел иск. Это уже, можно сказать, ситуация 50-50, 50 на 50. То есть ее пчелы обнаружили, и мы сможем надеяться, что уже как бы возможность велика, что туда залетит вой. Ну, еще пока время у нас есть. Вот. Может в любой день прилететь рой, потому что припарка, жарит, если слышно, было, не знаю, гром гремит. Начинается неделя гроз. Пчелы сейчас очень мощные, сильные. Вот, развитие идет. Погода уже устаканилась, как говорится. И получается, что вероятность вылета роя уже велика. Можно сказать, 99,9. Ладно, пойдем пробираться через кусты. Потом ближе подойду, покажу вам ловушку. Во, ребята, ловушечка. Еле ее нашел, вы не поверите. Думал, что скоммунизили. Похоже, тут деревья растут. Хорошо, что сохранил фотографию. И по фотографии начал вот так ходить по местности, смотреть рядом, какие кусты. И потом вот нашел через 20 минут. Ну, тут тишина и спокойствие тоже, видите. Но главное, что она висит. А то я думал, что уже все ее стибрили. Потому что она очень низкого висит, и был большой шанс ее скоммуниздить. Ребята, пошел дождь. Третью ловушку я уже не успеваю проверить. Сейчас надо будет пересидеть в моем джипе Нива Виз 23461. Вот. И потом дальше пойдем проверять ловушку. Но только что-то у меня такое ощущение, что он сейчас как даст, так будет такая мокрая трава и все дела, что я уже не смогу проверить чистку ловушки. Короче, будем смотреть. Ну, попробую переждать. Сейчас по интернету гляну, посмотрю, через сколько закончится дождь. Не переключайтесь. Ребята, пошел ливень вот такой, смотрите. Ой, если вам видно. Пипец. Пока дошел до машины, так думал, намокну конкретно. Сейчас передохну, может, туча пройдет, но придется чувствовать одевать сапоги. Вот, и плащ, наверное, не промокающий. Хорошо, что он со мной. Льет вот так, как из ведра, конкретный дождь, точнее, гроза. О, ребята, дождь закончился. Сейчас покажу туча, какая пошла, точнее, прошла. Вымок. Порядком я его... Но райловые не хуже спецназа, так что в любых условиях должны работать на все 100%. Тем более, если рой сидит в ловушке, он стоит того, чтобы и обмочить штаны в переносном смысле слова. Вот такая туча, ребята, над лесом прошла. Сейчас у меня форточка, через полчаса опять идет туча. С севера. Надо успеть проверить ловушки. Ну вот, ребята, ловушка наша на месте. Тишина и спокойствие. Никого нету, ни пчелы, никого. Ладно, пойдем смотреть другие ловушки. Чтобы спать спокойно и не переживать, что ай, не проверил, а там сидит рой. Ну, ребята, тут тоже зеро пока. Ну, ловушка стоит и ждет своего роя. Думаю, все будет окей. Иска пока не видно, но ничего. Главное, что она висит, и она будет ждать своего заветного роя. А мы пойдем еще проверим. Тут недалеко тоже одна ловушка. Буквально метров, может, 500, чуть больше. Посмотрим, что там. Ну, здесь, ребята, пока тишина тоже, никого нету, ни разведчиков. Но прошла гроза, и, может, сейчас пока лёта нету. Из-за этого я не вижу
нашли ловушку пчелы или нет. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот так над пашней красиво летит сокол, если видно вам вдалеке. Красота полная, гармония. Ребята, не удержался, вот, по пути ехал, озеро местное, решил искупаться. И на такой хорошей, оптимистической ноте, вот, хочется сказать, что, ну вот, все-таки у одной ловушки есть иск, вот, из шести, вот, проверил я ловушек, в одной все-таки что-то пытаются там пчелы как-то зажить. Вот, ну сегодня гроза мне помешала конкретно узнать, где хороший иск, где точно может залететь ловушка, куда лучше, как говорится, поглядывать, почаще приезжать. Ну что сделать? Сейчас вроде солнышко восстановилось, вода теплая, вообще рева такая шикарная. Вот, озеро классное, сейчас вам поближе покажу, какое местное озеро хорошее. Вот, вот такие вот дела. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Не забывайте наверху нажимать на колокольчик оповещания, а внизу красная кнопочка подписки. Всем пока-пока, до новых встреч. Следите за новыми видео. Вот такое шикарное озеро. Рыба гуляет после грозы. Сейчас бы удочки бы. Вот такая красота.